Есть у нас такие места красивые, как Крым. Я вот сейчас нахожусь в Гурзуфском парке. Тут и горы видно. И частный сектор. Вот. И новостроечка классная. Вот. Сосны, елки, можжевельники. На дальнем плане кипарисы. Тут что-то цветет. Это такая красота. Лавровый какой-то куст. Не лаврушка, это точно. Вот насекомые по ней ползают, собирают нектар и пыльцу. Это прям десятки. Вот. Местный крымский шмель. Вежливый шмель. Вот вежливая пчела. Я, кстати, ловил. Хотел, чтобы меня укусили. Для профилактики. Зараза не ужалила. Прям не смогла, наверное. Наверное, попалась дикая. Вот это, походу, домашняя. Но здесь они отличаются по виду, по внешнему. По экстерьеру разные породы летают, походу. Наверное, карпатки или итальянки. Вот. Тут всякие твари летают. Но вот этот вот кустик уже почти отцвел. Я вчера приходил, он вообще буйно отцвел. Он на солнышке растет. Вот пчелки летают. В некоторых пчелках на лапках шарики висят. Это пчелиная обножка, пыльца цветочная. Называется пчелиный хлеб. Это значит, у них сейчас детки. Народились, их нужно кормить. Новое поколение весенних пчелок. Ну, красиво здесь. Вот какая-то слива отцвела, уже завязалась. Вообще, тут целый месяц все цвело. Где-то с начала марта. С начала марта уже полтора месяца цветет. Вообще была красота. А вот набережная, местами ухоженная, местами как попало. Сезон открывается, они еще не все в порядок привели. Но вот за последнюю неделю... Очень много все сделали на набережной. Вечерами даже работают. Вот гора Медведь. Классная, красивая. Если бы я не простыл, я бы сходил, бы поднялся на нее. Там, говорят, ничего сложного. Ну, кстати, можжевельничек. Много видов. Этот не колючий. Вот. Птички шелестят. Поют, надрываются. Каждый день. Кстати, вот яблоня зацветает. Тоже люблю цветочее все. Потому что пчелы прилетают. Цветочки. У нас в Самаре через месяц зацветет. Отдыхающих не так много, кстати. Совсем немного. Но уже больше, чем вчера, позавчера. Сегодня Пасха, Христос воскрес. Вот. Здесь очень красиво. Сегодня 16 апреля. Сезон будет только через 2 недели. Начнется. Билетов, говорят, уже нету. А я где-то 20-25 уеду домой. Хватит. Я тут с декабря. Вот. Вдали средство передвижения услышалось. Скутеры, что ли, как их называют. Ну, в общем, здесь очень красиво. Вот еще раз, люблю вот это растение, называется жимолость. Уже отцветает, но вообще цвело всю зиму. Эти белые цветочки источают аромат, запах, как в раю. Ах, пчелы очень любят его. Когда холодно, пчелы не летают, летают шмели и какие-то мухи местные. Но все равно тут полет не прекращается. Если кому видео понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.